В Австрии проходит сбор подписей в поддержку референдума о выходе из Евросоюза. Авторы идеи уверены, что если Вена выйдет из-под власти Брюсселя, экономическое положение граждан заметно улучшится, в среднем на 10 тысяч долларов в год в каждой семье. Чтобы инициативу рассмотрели в парламенте, до 1 июля нужно собрать 100 тысяч подписей. По данным различных СМИ, за выход Австрии из ЕС выступают уже более трети граждан.